Доброго денечка или вечерочка, да и просто хорошего настроения. С вами, как всегда, Зипа. Сегодня мы продолжаем проходить Shadow Warrior 2. В первой серии мы познакомились с игрой. Ну, конечно же, скорее всего, вы были уже знакомы с этой игрой, или хотя бы где-то видели ее, или слышали как минимум, но я ее только слышал, особо нигде ничего не смотрел. Игра мне достаточно понравилась по динамике, она напоминает чем-то мне даже Doom, но по графике, конечно, не дотягивает, но тем не менее, графика здесь, мне кажется, будет второстепенно, хотя с юмором еще здесь также неплохо, прокачка системы персонажей довольно большая, очень большой арсенал по оружию, чувствую я, будет, ну и, конечно же, динамику никто не отменял, динамических действий здесь полно. В прошлой серии остановились прямо перед лабораторией, после того, как на нас бросились две какие-то непонятные девчонки. Ну, собственно, сейчас будем с ними разбираться. Погнали! И знаете что? А вот эти сильные, ребятки, сильные. Дайте мне мой дробовик и патронов побольше. Ты. Вот аптечка, кстати. Аптечка неплохо хилит, и ее бы, наверное, надо бы покачать. И чем чаще и чем больше они будут выпадать, тем, наверное, будет лучше, конечно же. Ну, по логике, да, вещей, да. У нас тут есть, надо все перезарядить. Здесь кто у нас? Так, туда я попасть, судя по всему, пока не могу. Ну да ладно, посмотрим, что там я могу вообще сделать, в принципе. Прикол. Ой, юмор есть. Блин, мне нравятся игры с юмором. Если вы согласны со мной, напишите обязательно об этом в комментариях. Мне будет интересно почитать ваши комментарии. Давайте вот так вот. Если вы согласны с тем, что даже в серьезной какой-то игре, в месиловке, в рубиловке должен присутствовать юмор так или иначе, хороший юмор, имеется в виду, не просто там кто-то пукнул, да, и смешно стало, ха-ха-ха, а нормальный такой вот, черный юмор хорошо, пускай будет, или какой-нибудь белый юмор, но очень тонкий, то напишите в комментариях обязательно об этом. Так, я так думаю, что мне вниз, потому что меня здесь ждут. Кто меня здесь ждет? Меня здесь никто не ждет. Хотя по карте показано, что как будто бы здесь кто-то меня ждет. А, они на нижнем уровне. Одолеть людей Зилы. Вон оно чё. Кто, кто? Что? В смысле? Не попал. Да иди ты, ой. Ага, так эти, короче говоря, штуки перестали шутить со мной. И что-то посерьезнее начали выдавать. Куда? Стоямба. Ты тоже есть. С этими А, там еще одна. А, тут еще одна. Да что ж такое-то? Что-то в этой игре фликать у меня не получается. Ну, постреляли тоже неплохо, в принципе. Что это такое? Зайцы на бы часть 3. А ну-ка почитаем, что это такое вообще. Свита из 80 дворян ехала просить руки принцессы Яками из Инабы. На их пути, когда они проходили неподалеку от моря, на берегу нашей песчаной, несчастной, умирающего... Нашли несчастного умирающего зайца. Короче говоря, понятно, это типа лор, который я не сильно хочу почему-то читать.
Там посмотрим, что или нет. Даже не знаю. Кстати, да, Shadow Warrior 2 я еще решил пройти ввиду того, что в скором времени выйдет Shadow Warrior 3. Ну, по крайней мере, его вроде как должны в этом году выпустить. Переносили, по-моему, несколько раз. Связано это, скорее всего, было еще с коронавирусом. Связано это, скорее всего, еще и с выходом, наверняка, других более интересных или просто конкурирующих игр. И, конечно же, логичнее всегда перенести. Хотя, если ты уже сказал, что выпустишь определенную дату, то будь добр, собака, выпусти ее. А не так, как было с этим киберпанком. Вы переносили, и в итоге обосрались еще добавок. Кстати, кто не смотрел киберпанк, мне на канале также он присутствует, можете посмотреть. В плейлистах есть полное прохождение его. И все... не все, вернее, три основные концовки. Там еще есть скрытые концовки, но я их не стал проходить. Да, дробаш, конечно, такой себе на дальнем расстоянии. Или это лейтенант. Это мне нужно с ним, короче, поосторожнее быть. Он какой-то сильный. Где там твои девчонки-то? О, здрасте. Бесите вы меня, невидимки-то. Ага, видишь, ты придумал. Ух ты, куда меня откинуло. Вертушку опасно делать на каком-нибудь мосту. В прошлой серии меня выкинуло. Так, что тебе надо? Помешать ему, судя по всему. А только будет призывать их и призывать. Какой-то другой меч подобрал. Давайте посмотрим, что за меч. Оружие. Катана Z45. Нет, пожалуй, я вот это возьму. Она, ну, моя старая катана просто помощнее, чем та, которую я подобрал. Золотая вспышка. Ну это можно еще улучшить, конечно. Есть ли смысл? Наносимый урон повысить можно. Крупным врагам, утечка ци. Короче говоря, я пока что с этим сильно еще не разобрался, но думаю, что разберусь. Стихийные улучшения. Сколько их можно иметь? Я что-то не пойму. А, это на меч можно засунуть. Я понял. А что у нас есть? Вот. В смысле? Тут написано, что это оружие. Пушка. Пушку. Я хочу что-нибудь в пушку вставить. Можно что-нибудь в пушку вставить? Только меч? Вот. Вот это, наверное. Нет. Только меч. Тоже меч. Это есть. Странно, конечно. А, еще же у меня было несколько очков. Кто это дал? Что это такое? Револьвер. А это что? Девольвер. А в чем разница? Кто знает, напишите в комментариях. Револьвер. Револьвер Анаконда. Это просто название. Урон плюс 30 и на 5 секунд при ударе в слабое место. А я хер его знаю, где там слабое место у них. Я думаю, что это можно все поубирать нафиг из инвентаря. На четверку поставлю. Патроны какие у него? Легкие, да? Такие же, как вот здесь. Очко навыков у меня есть. Можно попробовать сейчас его и использовать. Жало. В
будем немножко улучшать свое жало. Потому что, ну, хорошая штука, хорошая. И использовать меч мне достаточно приятно. Доставляет удовольствие. А девки свалили, да? Эй, spooky number lady! I'm gonna get you out of here. I just need you to... I am the graveyard of hope. I am the end of all times. I am the shadow of the world. Indok Fila Boshina. God damn, girl. To what thou wilt shall be the whole of the law. I am the filth under your nails. I am the oil that stains your soul. I am despair made manifest. Okay, so this is probably a terrible idea, but I'm sort of out of options here. I'm gonna untie you. When I do, please don't eat my face. I'm a friend. Пожалуйста, не ешь мое лицо. All right, here we go. And my face remains uneaten. Gonna put that one in the plus column. Up you go. Come on. Take it easy there. You're doing really well with the non-face eating. Now. Where's the emergency exit? Fuck, Scylla, this place is a fire hazard if I've ever seen. Oh, hello, ladies. What's that? Oh, you're trapped in a glass box? Oh, that's good. How many years did you spend in mime school? Listen, I would like to stay. Это мне нравится определенно. You see what I mean? Kids today, right? Куда-то... О, мы уже здесь. I shot her up with some kind of serum, and she went like this. Follow me quickly. Through here. I hope I can trust you. Whoa. What is this place? This is my other workshop. Holy pieces of sacks of shit. У него там библиотека. Where did you get all these swords? I made them. They are my family's trade. But there is no time to explain. Lay her down here. Okay. There. Now, wait here for a moment. Wait here? Oh, not a problem. I'll just hang out here while Linda Blair pukes blood out of her eyeballs. I know, I don't like it any more than you do. Can I, go now? Unless we have quickly. Я бы читал вам субтитры, но я не буду успевать за их мыслью. Excuse me? Просто читать не успею. Okay, okay. What do you need me to do? I need a place for her to stay. I have a futon she can sleep on. It's also my couch, but it's clean. But shit, you have this place. Why can't she just stay here? I need a soul she can co-locate with. Главное, что диван чистый. Her body has been corrupted. If I do not separate her soul from it in the next few minutes, it will become corrupted as well, and she will be gone forever. That is pretty fucked up. Once her soul is removed, we can fix her body. Then she can re-enter it. But in the meantime, I need a place to keep it. Her soul. Seriously. I did something like this once before, and it did not end well. In truth, you are my only option. Well, keep it in your soul, then. I can't. I'm performing the ritual. Oh, there's rules. That's convenient. She's too far gone. I have to start. Я тот, что ниже всего. Я самая суть ночи. И пошел нахер. Hello. Kamiko? The girl from Zilla Labs. Yeah. The one I rescued? I'm not sure. I don't remember much. Where are you? I don't know. Where are you? I'm not sure. Everything got so loud and it all went black. Well, вот поговорили. Я не уверен, где я. Да, я тоже не уверен, где я. Are you okay? Smith, I'm fine. I just... Where am I? Kamiko, are you okay? She's all right. She just told you. Wait, this is the weirdest... Is this my body? Wait, are these my fingers? Wait, who's talking? I didn't hear anything. In my head, I keep hearing... In your head? Am I... Дичайшая, как это происходит вообще. Okay,
I think it worked. Kamiko's soul has been temporarily placed in your care. Are you serious? Serious? It's really rather miraculous. That's not the word I would have chosen. I'm riding shotgun with this dimwit. Do you understand, Kamiko? Everything is going to be all right. Oh, right, sure. I mean, this day's been fantastic so far. I lost my job, and then my boss tried to kill me. Между прочим, он спас тебя. Она просто чудо, действительно. Забрать кое-какое оборудование из собственной квартиры в логове Ванга. Чё за херня? Можно ковать? Дайте что-нибудь скую. Знаете, я на канале проходил игру, которая называется Вервольф. Там очень длинное название полностью, я его не помню. И вот там графика была хуже, чем вот эта графика в этой игре. То есть пятилетняя игра дает поддых игре 2021 года. Но я считаю, что в игре 2021 года, то бишь в той самой игре Вервольфа, очень сильно сэкономили вообще на затратах. О, можно поиграть во что-то, да? Или нет? Я хочу поиграть. О, Serious Sam. Прикол. Art Reset. Известные игры, кстати. Ладно, что тут? Бордель какой-то, да? А, вот наверху, наверное, наша хата. То есть никого других не смущает то, что я так двойными прыжками пользуюсь? Это что такое? Спокойствие разума. На один навык. Да ладно! Я еще тут кучу навыков могу найти. О, нифига себе. Вот это прикол. Медленно восстановить ци до максимума. Короче, такие карточки еще будут находиться. Я понял. Думаю, что это такое было? Офигеть, это же, ну это гибко, это реиграбельность достаточно неплохо добавляет, то что можно разными способами пройти, хотя линейность сюжета, конечно, все убивает. Найден запретный плод. О, бензопила. This is so strange. I'm in here, seeing through your eyes, but I'm also asleep back in Smith's dojo. I can feel myself with my eyes closed. I wonder if I can... Wiggle my... Don't pull a muscle. Would it kill you to let me concentrate for a second? You think it's easy sharing your mind with someone? I don't think I can move my body at all. Just so long as you can't move mine. Yes, sir, Captain Krusty, sir. At ease, soldier. Прикольно. Это, конечно, прикольно. Но делить один мозг двумя разумами. Мы помним по киберпанку, что невозможно. Кто-то над кем-то будет доминировать, в итоге кто-то кого-то захватит или уничтожит, да? Вот такие вот были там делишки, не очень хорошие, скверны. Вот оно чё. И Хидео, мастер Ванг. Hey, what's going on, Hideo? The usual. Training, vigilance. I've taken over the kung fu sessions for Master Smith while he works on a cure for Kamiko. Nice. Sounds like fun. It's work. We have to be ready at any moment. For what exactly? Justice never rests. Well, you're a serious young fellow. I'd say you remind me of me, except you're about as far from me as humanly possible. Thank you, sir. I'm not sure how to take that. Master Smith asked me to show you some of the chi techniques we have developed here. With your training, they should be elementary. Fire away. I'm always up for new and better ways to fuck shit up. Какие-то новые ци, да, будут? Навык исчезновения. Различные нипы могут давать вам сюжетные или побочные задания. Их вы найдете по значку «Восклицательный знак» на вашей мини-карте. Нипы.
не PC, NPC, наверное, да, имелось в виду. Так, и что? Экипировалось у меня два клинка Дайбацу. Дзайбацу. Без базара. Да кого-нибудь мы Дайбацу сделаем. Смотри как. Короче, это типа дальнобойные мечи. Офигеть. А что мне делать-то? Если мы не исцелим тело Камико, в скором времени оно исказится до неузнаваемости. Если это случится, вы вдвое станетесь вместе навсегда. Вместе навсегда — это так себе затея. I wish I had skin so I could crawl out of it. You pompous, oversexed idiot. She agrees. Она согласна. Please treat her with respect and kindness, Lowang. She is very dear to me. Oh, look, someone with manners. Shocking. I'm sure you two will find a way to put aside your differences in the name of the greater good. Но это не точно. By greater good you mean me getting my money, then I heartily agree. Money is an illusion. Used to hypnotize small minds. But it sure helps when you're trying to buy a bottle of good whiskey. Ugh. I need four things. First, a demonic rod. Then the skin of a large mammal. And some raw chi crystals. They can usually be found near black rain pools. Careful though. The pools are what seems to be causing the mutations in the animals out there. Maybe I'll pick up some dinner while I'm at it. I would not recommend eating them. I'm doomed. I will also need golden chrysanthemum. The vendors in the marketplace usually. Золотая хризантема. Подумаешь, ерунда какая. Hey dudes, we're going to harmonize our resonances and use them to levitate the Pentagon. Something like that. Come on, the sooner I have these materials, the sooner I can get Kamiko back where she belongs. All right, back in a jiff. Получить от Ларри полошок золотой хризантемы. Я немного забыл, как говорить букву L. Вон она валяется. На Драконьей горе есть два магазина, где можно купить разнообразное оружие, улучшения и бонусы. Оружие Ларри специализируется на огнестрельном. Лавка Кабета для ниндзя. Понятно. Принято. Вот мы и к Ларе как раз таки идем. Здрасте. А что у тебя на лбу? You know this guy? Old friend. You always make me smile, Lo Wang. No, wait, that's not it. You always make me fart. That's what it was. That hurts, Larry. You know, you're a real demon, you know that? That's what my mama always told me. What can I do for you? I actually have a very special request today. I need a golden chrysanthemum. Specialty item. Very hard to find. Come on now, Larry. I know you're holding, and you owe me one. It's a fair cop. Yakuza mess with you anymore? They still give me dirty looks from time to time, but there hasn't been an incident since you put the fear of Wang in them. I did do that, didn't I? And I do owe you one. Here, on me. Bring your wallet next time. Okay. Hey, thanks for this. Thank you. You saved my business, maybe my life. Hey, let's not get weepy about it. I don't want you to start spitting acid everywhere. Racist! Demon! Big kiss! Ew! Демон назвал черного расистом. Well, his real name is unpronounceable. He wanted something his customers could relate to. And he chose Larry. Yeah, said he saw it in a video. Car, sweet car.
Короче, тут есть люди, демоны, мутировавшие животные, просто животные. И кто там еще? А, и всякие непонятные дроиды и прочие хероборы. Классно. Все, что нужно. Прям как... Сильверхенд появляется, да? I have no idea how it works, but I've been doing it for the past year. No wonder Smith took an interest in you. Here, close your eyes. I'll show you. Горячая кровь. А что сказано было? Найдите ингредиенты. Начать. Погнали. На этих мечах, смотрите, тоже какая-то хреновина есть, типа заряда, что ли. So, boss's daughter, huh? Must be nice. Oh yeah, it's great. You don't get a childhood and you never see your dad. Well, I'm sure he's a busy guy, but I bet he dotes on you. Wouldn't know. Never met the guy. What? Doesn't he live around here? Apparently. I guess criminal masterminds don't make the best parents. Mamushi Heiko says it's a security precaution. A lot of people want him dead, I guess. How about you? I don't want him dead. I don't even care that he's alive. Well, he got you a pretty nice birthday gift. He did? What was it? Some kind of a amulet-looking thing. Well, does it do anything? I have no idea. You are beyond useless. Will you ask Smith next time you see him? Oh yeah, sure. I'll put it on my to-do list. У них, наверное, был очень важный разговор. Удача — это вера в то, что тебе повезет. Выполняя задание, вы можете быстро перемещаться между Драконьей горой и локацией, где вы выполняете задание. Удерживайте Т, чтобы приступить к телепортации. Это все замечательно. А, вот, у меня же карта есть. У меня же даже квест Хелпер есть для дурачков. Это вам не Morrowind, блин. Кто знает, тот знает. А, симулятор бомжа у нас все-таки тоже присутствует здесь. Ок. Куда-то вот сюда надо идти. Что, что, а вы что здесь лечебное? Ладно. О, девчонки стоят. Ждут уже. А на левую кнопку ничего нету, да? Сейчас мы достанем дрын. Ох, ребятки, это просто песня, это сказка. Как сказал бы мужичок из 90-х, такой. Песня, сказка. Арсенал просто неимоверных размеров. Контрольная точка активирована. Так, что там у нас? О, какие ножки. О! Педикюр бы ей сделать. Кто здесь будет разговаривать со мной? Кто будет разговаривать? Есть главный. Это зря сделано. А, мне наверх? За... А, что? Подожди. Вот бабулеты. 5000, прикиньте, чуть не прошагал мимо. Необработанные кристаллы Ци я взял. Что такое? Все взрывается. Тут ничего трогать нельзя. Все взрывается. Ядовитая. Биоугроза. Офигеть. О. Кстати, вот эта хреновина на среднюю, о, на правую кнопку мыши очень долго заряжается. Но урон дичайший. Как по мне. По крайней мере, по сравнению с предыдущими. Все мои способами.
Они отагрились, прикиньте. Там какая-то хрень мощная, слушайте. Я к нему вообще подходить не буду. Какой-то легендарный босс, что ли, я не могу понять. Хедшот ты не выдержал, дядя. Так, окей. А, демонический жезл, это понял. Контрольная точка. Воу! Что это было? А я такой смелый. А он еще хилится. Ты че, тварь? Вторая стадия пошла. Я понял, надо сначала этих раскидать. А теперь к тебе приступим. Да не то. Все? Столько лута всякого, блин. Вот, а тут с Каримом запахло. Ничего себе, я там отлетел. Но лук мне что-то не сильно нравится. Хотя вот с такого расстояния ничего так их отпуливать. Куда ты там свои клешни машешь? Какая шустрая тварь. Вот и поговорили. Ты что, дурной, что ли? У меня стрелы кончились? А, точно, прикинь. Ой. Серпентавр.
Ух ты, девчонки, это я, по-моему, к вам зря зашел, да? Be very, very quiet. I'm hunting dickheads. Диабло мне немножко еще напоминает, ну, по количеству мобов, то, что их тут нарезаешь, всякий лут падает. Что-то подобрал, время застрял. Очко. А мы их сегодня зарежем, нарежем всех, я не знаю. Это хреновина какая-то тут очень сильная. Так, готово. Ты еще откуда? Да, мне, наверное, все-таки любопытно будет, ну, наверное, это уже в следующей серии, посмотреть, можно ли продать весь этот сраный лут. А, тут можно, короче, вообще читерить. Ну, как бы очень-очень быстро передвигаться. Бензопила очень медленная, но довольно эффективная. Давайте что-нибудь другое возьмем. Мне динамику подавай. Yeah, I can imagine. I guess it's more like deja vu. You did something like this before. It was slightly different, but I had a helper in my head for a while. It was aggravating at first too, but eventually we became friends. Wonderful. I'm living with a schizophrenic. And not just any schizophrenic, a highly trained and heavily armed schizophrenic. Well, if you're gonna go, go big, I guess. Always. Я, кстати, знаете, что заметил? У этого меча, у этих двух мечей, есть патроны. Количество выстрелов, которые он может сделать. И только что я подобрал к нему боезапас. Что ж, дорогие друзья, на этом мы, пожалуй, закончим данную серию. Если понравилось видео, напишите об этом в комментариях, поставьте лайк, подпишитесь на канал, если все еще этого не сделали. Ну и, конечно же, заглядывайте на мои стримы 21.00, суббота, среда и пятница, каждую неделю. Две новые игры прохожу. Биомутант и Days Gone. Ну, Days Gone не сильно новенькая, но для ПК, бояр, конечно же, она новая. Берегите себя, всем удачи, пока.